Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Барбариан. Так, ну что, у нас денег 188 монет. Соответственно, как мы видим, ни на что мне не хватит. Поэтому поехали, наверное, зарабатывать. И начнем. Слушай, давай начнем, наверное, вот с этого уровня. Немножечко поднакопим бабла себе, да? Так, и надо нам кого-то взять с собой. Так, вот только кого? Ладно, ничего не будем менять, оставим такую команду, которая у нас сейчас в данный момент есть. Фух, ну что, собрались? Нервы, как говорится, собрали в кулачок и держим их. Погнали. Так, я вижу уже... А, у нас, да, ребята, у нас есть тунеядец-алкоголик, который заблевывает здесь все. Так, призовем лучника, призовем мага. На первых порах нам этого будет достаточно. Ну, отбиваемся, ребята, так, отлично. А он одноразовый, да, я так понимаю? Он просто проходит и все. И больше его здесь не появится. Или появится он? Так, ну. Давай, колбасим. Ну, пока здесь легкие у нас идут. А, нет, ребята, он вон поднимается обратно, отлично. Так, погоди-ка, один кто-то прорвался здесь у нас. Завалили. Так, отлично. Все у нас пока под контролем, ребята. Давай-ка мы, наверное, атаку себе повысим. Вот, пошла маза. Давай, разбухтивали. Так, ну что, один день мы якобы с вами прожили. Следующий у нас начался. Так, 25% что-то съели. Это не работает. А здесь 50 монет заработали. Отлично. Вперед, как говорится, с песней. А мы, если будем стоять... А, нам ничего, ребята, здесь не... Лужа — это не опасно. Ну, давай. Так, забомбили. Еще один минус. Так, нотки. Нотки волшебные нам пришли. Так, тихо, смотри, ребят, что тут происходит. Кто-то, какой-то архаровец решил тут, что он самый крутой, да, и все ему можно. Но не тут-то было. Давай. Так, давай-ка призовем вот этого вот монаха. Или берса, кто там. Пускай будет бомбить. Он, по-моему, тремя снарядами, да, стреляется у нас? Ведь я ничего не путаю. Ты вообще будешь стрелять или нет? Да, ребята. Три камня он бросает, отлично. Так, ну что, ускоримся маленечко, да, с вами? О, совсем другое дело. Так, погоди-ка, кто это у нас там такой борзый-то? Смотри, явились, не запылились. Еще один день прошли, и я получил новое достижение. Keep moving. Лунный лут какой-то. Так, ладно, это, ребят, мне не интересно. Давай бомбить. Ну, что мы с этим олухом не можем справиться, что ли, уже? Что за дела-то, ребятули? Подбили мы его такие. Не пропускаем их отсюда. Пускай они тут, ребята, стоят. Скоро, чувствую, наверное, ребят, будет босс. Совсем уж скоро. Сколько там еще? Два денька нам прожить, да? Надо. Посмотрим. Так, подбили. Давай вот этих вот будем брать в оборот. Надо повышенную атаку делать, ребят. Потому что какие-то здесь орки уже слишком сильные пошли. Так. Ну. Бомбим. Отлично. Давай вот этих вот. О, мелодии. Нотки. Почему я не могу больше призвать? Чего тут? Так, ребята, еще один денек, и у нас будет босс. Поэтому подготавливаемся. Подготавливаемся хорошенечко. Ну, где вы там, олухи? Вот они, ребята. Ну, пока легкие. Убиваем с полтычка мы их. Ноточки. Так, рыбку съедим. Там, наверное, где-то что-нибудь еще, да, есть? Так, 25%. Ага, уже их намного больше и сильнее. Так, давай-ка мы, наверное, с собой вот так сделаем. Атаку усилим. Усиливаем атаку. Потом... Опс! Черт подери, попался, а, немножко, ладно. Не беда.
Так, ты куда это ты там прошел? Эй, парень, вернись домой. И идет довольный. Расстрел, расстрел. Ребята, мини-боссик вышел. Помните, да, его? Сейчас начнет мне тут мозги компенсировать. Разбегается. Так, спереди, ребята, я вижу одного из чудиков. Отлично, мы его побили. Так, я делаю усиление атаки. Как можно быстрее, чтобы вот этого вот гаврика подбить. Нормуль, отлично сработало. Так, теперь этих всех расстреливаем. Ну, отлично. Пока все идет хорошо, ребята. Очень даже хорошо. Никто еще не подошел к базе. Не начал атаковать кристалл. Но чувствую, скоро босс пойдет. Да-да, практически вот сейчас. Это, наверное, последний. Да. Босс, ребята. Где он? Я повышаю себе атаку. Надо было, наверное, скорость повысить. Вот он. Ух, сейчас будет волна. Да, ребята, он волной своей бомбит. Вот такой он олух. Поэтому надо вокруг него тут кружиться. О, я вот это я зря, ребят, сделал, конечно. Зря я рванул-то прям туда в кучу. В пекло, в гущу в эту. Давай-ка мы, наверное, ускоримся маленечко. Чтобы отбегать. Со стопроцентной вероятностью. Так, этих гаврюш надо подбивать. Иначе они достанут потом. Так, может быть, давай защиту еще все-таки себе немножко усилим. Так, нельзя его, ребята, подпускать к кристаллу, потому что он тоже атакует кристалл. Так. Слушай, ну неплохо, пока все хорошо, ребята. Пол хп мы у него отобрали. Вот это я понимаю, музончик пошел. А то какие-то баллады тут играли. Так, атаку, ребята, повышаем. Повышаем себе, ребята, атаку. Ну? Сейчас добьем, ребята, его. Е! У-ху! Фига, мы тут хапанули бабла-то. Ты куда идешь там? Орлик. Куда ты, орлик, собрался? Давай-давай, расстреливаем. Отлично. Что такое рип, интересно, вот этого, ребята? Какой-то, наверное... Супер бонус будет. А, да, ребята, новые виды демонов пошли. Как-то это грустно, если честно. Они здесь быстрые. Они сразу бегут на кристалл и хотят его атаковать. Ну, естественно, я буду противостоять им. Так, давай, 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 давай. Че они такие крепкие-то, а? Ну ты. Так, погоди, погоди, погоди. Ой-ой-ой, ребята, что-то они проходят. Смотрите, сколько там уже. Где? Ага, вот он. Бесенок. Он меня бесит, этот бесенок, ребята. Они подходят к кристаллу уже, эй. Так, срочно атаку, ребята, повышаем. Так дело не пойдет. Есть. Так, ну эти мелкие, это ерунда. С мелкими мы справляемся хорошо довольно-таки. А вот с этими гавриками, вот это вот будет дело похуже. Слушай, а где я могу здоровье себе подправить-то, а? Что за ерунда, ребят? Или это только вот хиллер может тебе восстановить здоровье? А если не взял, например, его, вот что мне, вот так вот играть? Это несправедливо, я считаю. Чумпик. Какой еще чумпик, ё-моё? Давай-давай, расстреливаем этого чумпика. Так, я, ребята, повышаю себе атаку. Но все равно пока идет все отлично, ребят. Так, этот гаврюша, пока на него плевать мне, вот этого надо убивать. А то я смотрю, он просто уже разогнался. Чересчур. Так, этот замедленный, потому что он наступил в лужу противную. Еле ходит, еле передвигается. Я его забамбашил. Так, погоди-ка, а там что за гаврюша бежит? Причем довольно быстро бежит-то, а? Родной, ты ничего не попутал-то, а? Ну-ка, давай нахлобучиваем его, нахлобучиваем, ребята. Вот так-то. Рип, что-то сейчас должно произойти здесь, чувствую я. Вот что? Кто пойдет? Так, атаку еще разок себе, ребят, усилим. Ну, подбили. Хорош тут своими соплями бросаться в меня. Подбили, отлично. Опа, а что это так быстро? Эй,
Ребят, я даже... Смотри, как он ускоряется. Он просто бежит, как чумовой. Офигеть, пока я его не вижу, да, он бежит, как чумовой, ребят. Ну, я его успел вовремя пропалить. Также не забываем, что у меня есть, ребят, суперудар, который станет... По-моему, станет всех врагов, да, или нет? Опа! Уже атаковали мою базу. Ты понял? О, это что, ребят, за новый такой чувачок красный? Такого не было доселе. Теперь есть. Так, опять смотри, как он там успевает пробежать, а? Кто мне это объяснит? Давай его бомбить. Никого не пропустим. Не должны. В принципе, в тот раз я, по-моему, проигрывал именно потому, что мою базу бомбили, расстреливали. Надеюсь, в этот раз такого не случится. Хотелось бы мне, конечно, чтобы такого не случилось. Уж как там получится, я не знаю, ребят. Ну? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чего себе тут застреляли меня? Ну? Будешь ты бомбить или нет? Ой, ребята, кто-то у меня упал. У меня упал маг. Вызываем, естественно, мага. Ой, сейчас по мне еще достанется, нет? По-моему, нет. Выжили мы еще. Ты посмотри, что тут происходит. Вот как тут? Ну? Меня подбили, ребята. Я сам. Да посмотри, тут просто невыносимая была волна. Да, я хочу апгрейдиться. И что же мне предложат на апгрейд? Сколько мы вообще с вами монет забрали, а? Так, у нас, ребята, 3223 монеты. Значит, нам надо кого-то улучшать. А вот кого? Давай посмотрим, что у нас тут. Это, я так понимаю, наше здоровье, это наша скорость. Это, судя по всему, здоровье нашей базы. Бараки. Что в бараке? Они ничего, ребят, не делают, по сути, да? Я могу даже улучшить своего питомца. Ха. Так, наверное, все-таки нужно мне, ребят, прокачивать юнитов. Потому что вся сила в них. И для этого нам надо вот так вот сделать. Да, я готов улучшить еще 1600. 3200, ребята, это последний апгрейд будет, да, для него. На нашем герое. Так, мы можем с вами прокачать. Ну вот это, я не знаю, что такое, ребята. Не знаю, ребят. Давай посмотрим. Ноты. Начальные ноты, что ли, типа того. Ладно, хорошо, предположим. Хотя, на самом деле, тут какой-то мозг обозначается. И все, больше у нас, ребят, к сожалению, денег ни на что не хватает. Так, поехали. Начнем, пожалуй, наверное, уже вот с этого уровня. Фух, сложно, очень сложно. Поехали. Так, здесь, если не ошибаюсь, ребята, я не успевал, потому что разбомбили мне базу. Причем сразу же. Я, видимо, еще такой слабенький, как бы, да? Давай сразу же призовем наших парней бравых. Так, на мага, к сожалению, пока не хватает. Ну, почему мой бард не может атаковать? Вот меня вот это, ребят, убивает, честно говоря. Мой бард атаковать не может. Монах, ты будешь бомбить или что? Еле-еле, ребят, еле-еле. Я не знаю, что с ними не так. Во. Пошла, пошла. Резня, давай-давай-давай-давай-давай, бомбим. Так, отлично. Ёпрсты. Ну. Там один гаврик, ребята, бежит, сломя голову, видите, да? Он хочет подойти к моему замку и его, естественно, разбомбить. Но я ему не позволю этого сделать. Так, ноты. Ноты мне нужны, потому что мне нужен еще один герой, которую я не могу призвать. Ну! Ах, как же вы долго атакуете. Ребят, не хватает то ли силы, то ли чего, то ли силы удара у них. Они же раньше вот с этими гавриками справлялись с полтычка. Могу призвать еще одного лучника, но лучик мне здесь, наверное, не нужен, скорее всего, да? Или нужен? Нужен или не нужен? Мне, по идее, нужен маг, ребята. Я хотел мага получить. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, не успеем мы с вами здесь пройти. Потому что они уже начинают мне базу, ребят, колбасить. Ну! Так, я как могу, ребят, отбиваюсь. Но у меня почему-то не получается. Ноты.
Придется лучника еще одного призвать, офигли. Другого варианта я не вижу, ребят. Все. Да, я именно в тот раз из-за этого и не смог пройти, потому что, ребята, они уничтожают просто-напросто мою крепость. Ладно, давай попробуем сделать так. Призовем мага и призовем... А сейчас все хватает. Странно. Тогда не хватало на троих, а теперь вся команда в сборе. Ну, хорошо. Хорошо, надеюсь, теперь у меня получится здесь наказать их всех. Ну, давайте, 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 бомбите. Так, куда там разогнался Шитик? Иди сюда. Как говорится, иди к папочке обратно. Нет, я знаете, что думаю, ребят? Наверное, нам стоит прокачать мага. Маг все-таки здесь имбище. Он своей вот этой вот атакой мощной, вот этой вот взрывной, хорошо колбасит. Да, мы будем, наверное, его прокачивать. Так, где тут гаврики? Вот они идут. Хорошо, что здесь лужа, которая мешает им пройти. Точнее, не мешает, она их замедляет, ребят. Так, разобрались. Давай с этим разберемся. И пойдем быстренько наверх. Наверх. Или же надо было нам, ребята, улучшать здоровье замка. Ну, не замка, там, кристалла. Ну, вы поняли. Так, вот этот бесенок очень мощный. Подбили мы его, отлично. Так, здесь тоже подбили. Здесь самое главное, ребята, это ноты. Потому что деньги, это вы сами понимаете, деньги нам нужны только лишь, если мы проигрываем или выигрываем, чтобы для апгрейда нашего персонажа или наших бойцов. Все, вот суть денег именно в этом. А все остальное делается за ноты. Дай-ка я немножко, ребята, сделаю себе атаку усиленную. Так, ну-ну-ну-ну, пробьем, пробили. Следующий гаврик. Ну давай-давай-давай-давай. Отлично, подбили. Фух, так, один день мы с вами прожили. Начинается второй день. Ну, естественно, тут монстры становятся сильнее, больше, злее. Чумпики эти, а, вышли. Ну, давай-давай-давай-давай, по этим чумпикам бомби. Блин, пока мы с этими ребятами чумпиками справляемся, вверху уже вон ханорики бегут, сломя голову. Естественно, я их буду перелавливать. Так, этого минусанули, минусанули, отлично. Пока все хорошо, ребят. Надо нам вот здесь вот слопать. Я не знаю, что такое 25% к чему. Так, бомбанули. Бомбанули, отлично пока. Вот он, ребята, красный гаврик, который, кстати, мне тогда и навредил все. Вот они два. Вот на них мы с вами и встряли в тот раз. Так, одного я подбил. Побежали того быстренько, нахлобучим. Так, я попробую ускориться. Ой, ускориться, усилить атаку. Да что ж так много вас? Давай, 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 давай. Бомби, бомби, бомби. Так, ладно, отлично. Так, пойду-ка я тех, ребята, забомблю. Что-то уж чересчур куда-то они разогнались там. Да как же так-то, а? Ты посмотри, тут просто, ребята, нет живого места на карте, чтобы я мог как-то юлить. Ой-ой-ой-ой, волна-то какая. Вот он, ребята, этот красный говнюк. Вот он стоит здесь. Стоит и ушами шевелит. Ой, блин, ребята, у меня подбили лучника, вызываем. Да я и сам подраненный весь какой-то. Справимся, нет, как думаете? Блин, прожить бы еще маленечко, побольше денег заработали бы с вами. А что это там, ребят, за... Не может быть! Два! Два таких чувачка, ты прикинь? Блин, там уже кто-то бомбит мою базу. Нет, не позволю. Я тебе не позволю, гаденыш. Сейчас, по-моему, мы, ребят, сфейлимся здесь. Или сфейлимся, или не сфейлимся. Тут одно из двух. Переключился на меня, отлично. Он на меня переключился, ребята. Давай вот так вот будем вокруг них плясать. Да кто там атакует-то? Я понял. Ребята, очень мало здоровья на моей базе. И они добивают ее, да? Да, да, к сожалению. Фу, это просто, ребята, жесть. Это очень сложно для меня. Ну что, друзья мои, давайте продолжать дальше играть. Я думаю, что, может быть, нам черного мага стоит улучшить. Отлично, может быть, он будет посильнее теперь бомбить.
Так, ну что же, приступим, пожалуй, опять с этого уровня. Я вот не знаю, может быть, вот этих как-то героев попробовать. Ну вот это вот у нас хиллер, я так понимаю. А вот маг, я его брал в прошлый раз, но я не видел, чтобы он там что-то делал, атаковал как-то. Попробуем здесь выжить. Еще разок, блин, я не успел, ребята. Или надо, говорю, здоровье повышать нам у базы у нашей, либо фиг узнать, что здесь надо делать. Ну, по атаке мы с вами не справляемся. Надо их как можно быстрее убивать. А у меня не получается как раз именно этого. Ну, атакуем. Отлично. С этими с мелкими мы справляемся вообще легко. Вот начинается вот уже вот с этих вот проблемы. Они уж не такие, как говорится, и крупные, но все равно уже не можем их подбить. Меня это раздражает, серьезно говорю, но... Ну, нахлобучьте вы, что вы стреляете-то так медленно? Так, вот они. Тут еще надо постоянно увиливать, ребята, среди этих патронов. Был бы у нас какой-нибудь, знаете, танк, который мог бы принимать на себя вот эти вот удары. Но такого же нет здесь. Сейчас маг у меня еще упадет. Елки-палки, у него здоровья уже мало. Смотри, нахрапом ползут, левел ап. Получили у меня по уровню. Что это дает? Я не знаю, ребят. А, понял. Нам дает это, знаете что? Что у них восстанавливается здоровье у всех. Вот что такое левел ап. Будем знать на будущее. Так, давай-ка атаку повысим. Бам, у меня, по-моему, маг упал, ребят. У меня упал маг. Попал, блин, под раздачу называется, а. Так, атаку повышаем себе. Ну, готов. Дайте мне, пожалуйста, мелодии, нотки. Мне нужны нотки. Мне нужны нотки, ребят, для того, чтобы я смог себе призвать. Могу только лучника еще призвать себе. Но если сравнить лучника и мага, то мне кажется, что маг в разы лучше, чем лучник. Тем более лучник вообще у меня, по-моему, не прокачанный. Или прокачанный, но не так сильно. Блин, пока мы, ребят, с вами дождемся этих ноток, придется вызывать монаха. Ну, отлично. Два монаха, ё-моё. Будут сейчас свои эти плюшки разбрасывать. Легкий перекус, как говорится, да, на дорожку. Поехали. Воу. Ну, у них очень большая, ребята, перезарядка. Вот что я заметил. Да, елки-палки, зажали меня. Да, очень большая перезарядка по времени. Пока не выпустят свои эти штуки. Кто там еще у нас побежал? Охламон. Вот если бы у нас было бы два мага, вот это, представляю, с двух плюшек, вот такой бы сосунок бы уже падал бы у нас здесь. И вот такой вот красный тоже бы падал бы. Так, тихо. Отлично. Так, погоди-ка, вот он. Нам нужно его нахлобучить. Сделали, урыли мы его. Так, давай, расстреливай, ребятули. Ну, отлично, четенько. А тут-то что-то много гоблинцов-то здесь идет. Эй, гоблинцы. Давай атаку усилим. Я, кстати, не вижу, чтобы мы усиливали себе атаку. Где это прописано? Кто? Ёлки ты палки, ты посмотри. Ребята, секунду буквально отвлекся, и они уже оказываются у нас здесь, на нашей базе, бомбят ее. Офигеть. Вот это да, вот это они. Вот это они шустрые, а. Я, конечно, все понимаю, что вы там получаете левел ап. Ребят, сейчас, по-моему, разнесут. Может, снаряд надо поймать своим телом, как говорится, отразить. Кстати, это как вариант. Пипец, блин. Это невыносимо, это невозможно, ребята, пройти. Я не знаю, как тут вообще быть. Это у меня какая уже, третья, четвертая попытка отбиться. У меня не получается. Да не хочу я смотреть вашу рекламу. Ребят, какие будут предложения? Я вот, честно говоря, не знаю. Маг, герой. Может быть, что-то здесь у героев нужно улучшать. Или вот эту вот башню. Так, ну предположим. Сколько нужно? 1500, да? Для следующего улучшения. По героям. Ну давай попробуем вот это вот взять. Что беру, сам не знаю, ребят. Так. Скорость музыки. Ладно, поехали еще разок. Еще разок. Тут всего-то уровней, шиш да не шиша. Мне охота их пройти. Четыре, я так понимаю, основных сюжета, да, здесь. Там уже потом дальше пойдут всякие испытания и тому подобное.
Ну давай посмотрим, что-нибудь у нас улучшится из-за этого или нет. Так, вызываем, вызываем, вызываем. Бегите там быстрее, идут как в штаны наложившие там. Еле-еле. Понеслась, короче. Начинаем вот с этих гавриков. Ну что это, ну что это за атака, а? Ну, ну ё-моёшечки. Подбили, отлично. Давай сразу вот этого. Блин, офигеть, ребята, у меня здоровье отнялось, да? Один раз поймал плюшечку, называется. Ну давай ты уж. Так, давай-ка мы с этого, наверное, начнем. Наверное, атаку нужно повышать. Вот как атаку повысишь, вроде бы более-менее. Но она, опять же, я так понимаю, ребят, на время. Понимаешь, на время она. Если бы на постоянку, было бы прикольно. А так она всего лишь там на какие-то секунды. Так, забомбили. Давай этого гаврика. Отлично. Ай, подставился. Давай еще атаку повысим. Ну, первая волна — это самая простенькая, ребят. А там, конечно, когда уже два этих чудика выходят. Два, не один, а два, блин. Там, конечно, начинается по-жесткому все. Так, защиту я себе усилю, ребят. Доселе не усилил, но тут чем-то захотелось мне. Так, накрыли. Накрыли, накрыли, говорю. Ну и куда ты собрался? А? Гоблинок. Гоблинок, гоблинище. Да, конечно. Ой, ребят, у меня упал кто-то. И это был маг. Естественно, ребята, маг. У меня только маги могут падать. Давай, давай, отлично, справились. Кто там у нас разогнался, а? Бежит уже, довольный. Думает, все, ему можно. Нет, парень, тебе ничего здесь нельзя. Готовченко. Так, второй день. Блин, вот с этого дня начинается самая прелесть, блин. А так по-другому не назвать, ребят. Дай-ка съем вот это вот мясо или что это. Я не знаю, что мы с вами едим там. Шаурму какую-то, ё-моё. Так, ну давай. Готов. Опять, ребята, у нас вот это вот с атакой проблемы. Не может он нормально атаковать. Так, готов. Ты бы мне бы еще нотки приносил бы. Вот это было бы великолепно. Я имею в виду питомец. Было бы вообще прикольно. А то он только... Так, дай нотки сюда. Так, вот они, ребята, эти краснопопики. Красные маленькие демонята, которые мне всю малину портят. Ну, накрыли. Отлично, кстати. Сейчас довольно все хорошо идет. Главное не сглазить. Отбили. Ну, все-таки надо мага прокачивать. Маг — это имба, ребят. Вот серьезно говорю. Бомбит он как бог. Смотрите, такую воронку аж делает. Я не знаю, как будто ядерный взрыв там произошел. А вот эти вот, однако, хитрые чомпики. Они очень далеко бегут, ребята. И быстро причем. Самое главное, что они очень быстро бегут. Поэтому их нужно просто подлавливать, быстренько их ловить и тут же нахлобучивать. Прям тут же. Чтобы не рыпались. Вот, и понял, как пошло? Вот это я понимаю, вот это пошла маза. Так, давай далее. Иди отсюда, так, нотки. Сразу, ребята, их надо ловить. Еще, как говорится, на выходе их уже нужно подлавливать всех. Так, тихо, не подставляемся. Ни сами, ни своих героев, ребят, не подставляем. Что такое? Оу, уже! Они уже, ребята, вышли. Ты понял? Так, минус. Минус. Вот они, эти танцоры диска, вышли. Да иди ты. Так, будем, ребят, как-то отбиваться. Надо еще усилить атаку. Кстати, смотрите, там какой-то гаврюша у нас, ребята, проскочил. Нормуль. Давай пытаться отбить. Ребят, я так понимаю, вот эти два гаврика остались, и если мы их забиваем, у нас следующая волна. Поэтому надо постараться. И не подставиться при этом еще. Так, а что, я не могу больше себе атаку повысить? А почему? Она же горит. Непонятно. Так, рыбку, дай рыбку съесть.
Ага, не тут-то было, парень. Давай еще усилимся. Слушай, одному, по-моему... Да им обоим сейчас будет хана. Обоим сейчас будет хана. Не, ну все-таки сегодня... Вот сейчас мы получше прошли, ребята. В разы лучше, чем до этого. Ой-ой-ой, скоро босс. Скоро босс. Ага, дойду ли я до него? Ха, вот в чем вопрос. Ну, с этим я справился, по крайней мере. Так, кто там у нас? Это еще что? Это еще что такое? Ребят, ты посмотри. Гоблин на какой-то, блин, машине. Причем машина... Я ее не могу пробить, ребят. Ты прикинь? Вот я в него бомблю сейчас. Я не могу его пробить. О-оу. Это было очень слишком жестко, ребята. А как же мне... Он, смотри, сколько здоровья отнял. Слушай, если такой же еще Габрик один появится, это будет финиш. Это будет просто финиш, ребят. Мы еще одну такую волну не переживем. Причем я его блин, бомбил с самого начала. Да что ж ты... Ребята, там еще какой-то вот этот вот. Опять что ли этот на ракете, нет? Нет, это бегун. Это, ребята, бегун появляется. Бегун, ладно, фиг... Оу! Пардонче, ребята, я не заметил. И врезался, да? Жаль, грустно, конечно. Не получилось у меня пробиться дальше. Но зато, надеюсь, сейчас мы с вами улучшимся. Чуть-чуть хотя бы. Ну что, ребята, я вот думаю, может быть, нам пропать лучника, раз у нас хватает монет. Или все-таки что-то сделать... Ага, здесь не хватает. Здесь не хватает. Блин. А что нужно, чтобы эту черепаху открыть, а, ребят? Нужно где-то ключ, видимо, найти, да, для нее. Так же... А, нет, мидбоя мы можем взять. Ну что, давайте улучшим, наверное, тогда лучника. У него здоровье 8, да? Атака 3,2 становится. Хорошо. Блин, я не знаю. Ну, давай еще разочек, еще, ребята, одну заходочку сделаем. Ну, проиграем так проиграем. Блин, конечно, вот плохо, что начинаешь все с самого начала, вот с первой вот этой вот волны. Это, конечно, напрягает маленько. Так, ладно, погнали. Раз, два, три. Вызвали наших охламонов. Угу. И плохо, что наш вот все-таки главный персонаж атаковать не может. Барбариан. Бардист. Снова бардист. Так, накрыли, да? Хорошо, ладно, двигаемся дальше. Ну тут-то вначале, конечно, все легко и просто. Тут все-таки вот тот гоблин меня, ребята, вообще удивил, который был на машине. Как с ним как с ним драться вообще, без понятия. У него такая, блин, скорость, плюс у него офигенная атака. Он даже не то, что на машине, знаете, такое ощущение, что он на ракете был. На ракете, которая должна именно взорваться при соприкосновении с моим замком. И так произошло, причем урон, сами видели, какой колоссальный. Ну, давай, попробуем. Так, ничего не получается, да? Получилось. Так, уничтожили. Ну, тут быстро все. Поначалу тут все довольно быстро. Так, атаку усиливаем. Нет, не надо в мага. По левелапу получили они, нормуль. Так, накрыли. Что-то постоянно едим какую-то рыбу. Что нам это дает, тоже пока не понимаю, ребят. Ну, отлично. Так, давай. Ать! Монах, ты подставляешься, ё-моё. Лишний раз, зачем? Зачем ты так делаешь? Большой гоблин, да? Большой брат гоблин стоит. Ну давай ты уже, ёлки-палки, стрельнешь ты в него. Нет. Лучник это какой-то, ребят... Я не знаю. Неадекват, короче. Не хочет он нифига, ребят, бомбить. Так, первая волна прошла. Ладно, давай вторую. Я готов, я жду. Я жду, я усиливаюсь. Но так, забомбили. Орлы, орлики. Подбили, давай. Ну,
чертовски хреново, ребята. У нас мало здоровья у наших воинов. Не хотелось бы кого-то потерять. Серьезно говорю. Совсем не хочется. Так, побежали уже красные. Краснозадые. Давай-ка мы усилимся маленечко и начнем атаковать его. Отлично, накрыли мы одного. Этого тоже подбили. Двигаемся дальше. Кто там у нас бежит? Ну, естественно, ребята, естественно, краснозадый. Все, мы его убрали с поля боя. Так, тихо. Разбросались своими валунами. Ну, давай ты уже, ну. Подбили. Так, ребят, ну, пока довольно неплохо мы с вами сдерживаем позицию, я вам скажу. Очень даже хорошо. Даже, я бы сказал, солидно. Смотри. Чух-чух-чух-чух. Блин, маг, ну что ты? Что ж ты упал-то не вовремя-то так, а? Нельзя так делать, а? Магистр кислых щей, нельзя подставлять команду. Давай, поехали. Ну, минус, минус. Так, нотки я заберу. И смотрите, там кто-то усиленно рвет к нашей базе. Краснозадый, тут их два, ребята. Тут два краснозадых, поэтому нужно как можно быстрее с ними расправиться. Минус один. Минус два, отлично. Ребят, это что, там уже вышли эти? По ходу дела, да, там уже вышли те два мелких робота, которых нужно бы как можно быстрее уничтожить. Они же или нет? Да, они, ребята. Именно они. Да вы стреляете по гоблину, куда вы... А, непутевые. Говорю, бомбите по... Ну, стреляем. Они вот как специально, ребят. Ну, серьезно вам говорю, они как специально не хотят ничего делать. Я вот этих должен убрать. В первую очередь их убрать. И вот этого мелкого гоблина. Да в мелкого, говорю, стрелять ты будешь или нет сегодня, блин. Все, фу. А эти, по-моему, ребят, будут чисто за мной бегать. Они базу атаковать не будут. Поэтому у нас есть шанс, как говорится, их наказать без проблем, безболезненно и как можно быстрее. Что он там нахлобучился-то? Что? Что? Он атакует, ребята, базу. Ты прикинь, я думал, что он не будет атаковать, а он атакует. Кого мне? Давай мага вызовем еще одного. Вот это плохо, ребята. То, что он сейчас в данный момент столько отнял здоровья моей базы, это для меня плохо, потому что там пойдет, помните, да, чувак с ракетой? Ну, я не знаю, ребята, что у нас получится из этого. Так, подбили. Смотрите, сейчас он полетит, сломя голову, сразу же к моей базе. Где-то вот здесь он начнет, вот он. Ну, давай проверим, просто я буду атаку усиливать и посмотрим, как у нас это, ребят, получится. И получится ли вообще его побить до того, как он подъедет к базе. Так, еще усилим атаку. А, ребята, уже полпути, уже вон. Ну! Это реально, ребята, это реально. Но в то же время и сложно. Да чтоб тебя. Смотри, что происходит, ребят. Куда ты? Куда ты стреляешь в мою базу? Ай, здоровья мало, ребят. На базе здоровья мало, я не знаю, как мы тут будем с вами. Кого-то я потерял, да? Я потерял сам себя. Нет, ребята. Без усиления, без усиленной команды здесь делать нечего. А для этого мне нужно будет проходить потом за кадром первую волну, зарабатывать деньги, укреплять свои отрядики, и после этого, может быть, что-то у нас получится. Ну а пока у нас 1328 монет, я, наверное, могу себе что-то улучшить. Так, партия. Это, я так понимаю, ребята, к нам прибавляется еще один боец, наверное, да? Точно, мы можем не тремя, а четырьмя юнитами играть. Это, кстати, хорошее дело, это нам пригодится. Ну что, ребятушки, давайте тогда будем закругляться. Всем спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Увидимся.